Черт, не вышло из меня сильной женщины. Они все мертвы. Любовь убивает. Любовь. Что я мог сделать? Прошлое как провал. Сколько ни беги от него, бездна за спиной будет только глубже. Все страшней, все ближе. Выход один. Заглянуть туда. Мы на месте! Повторяю, мы на месте! Словно заглянуть в собственную могилу. Проверить местность! Не стрелять! Словно поцеловать дуло пистолета, где пуля дрожит от желания снести тебе голову. Мы его теряем. Множественные огнестрельные ранения. Зрачки расширены. Травма головы как минимум. Он в шоке. Две больших капельницы и в реанимацию. Быстро! Не реагирует. На нем вообще живого места нет. Мы его теряем. Сегодня я очнулся в больнице и подумал, что хуже быть уже не может. Потом открыл глаза и все вспомнил. Она была мертва. Боль. Мое преступление зияло за спиной черной бездной. Прочь. Бежать. Бежать как можно дальше. Мир рушился, и я бредил. Прочь оттуда. Чего ты так боишься? Чего ты от меня хочешь? У меня в голове было пусто. Дырка от пули вместо всех ответов. Возможно, я не хотел ничего знать. Я хотел разбить себе череп и вырвать оттуда боль. Это доктор Магдалана, не отложка. Освободите койку, которую я резервировала. Сотрудница, которую мы ждали, скончалась по дороге. Ее везут в морг. Пейна я уберу. Считайте, он труп. Полиция Нью-Йорка. Не с места. Нашел его. Она одна из них. Она здесь, чтобы убить меня. Назад, Пейн! Уинтерсон! Никуда ты отсюда не уйдешь. Что случилось? Это твоих рук дело. Отдел внутренних расследований дышит мне в затылок. Это ты? Ты убил ее? Нет, я не могу. Твою мать!
приходили за мной. Это моя вина. От прошлого не убежишь. Будешь только бегать по кругу. Пока не упадешь в ту самую пропасть, из которой пытался выбраться, только на этот раз она будет еще глубже. Я пытался убежать от прошлого, перечеркнуть его. Уинтерсон была мертва, а я стал убийцей. Нет, неправильно. Началось все до больницы. Тогда роковой шаг уже был сделан. Мосты сожжены. И дальше было только хуже. Вспоминать точно, собирать разбитое зеркало. Осколки режут руки, отражение дробится. Сам меняешься. Так можно сойти с ума. Или обрести свободу. Вы там! Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками! Вспоминаешь какой-нибудь пустяк. Не пошел сразу домой, заболтался с коллегой и видишь, что это, оказывается, был выбор. Оцепить здание! Перекрыть все выходы! Целуя ее, я думаю, как жесток закон причинности. И где подкрепление? Звони в центральную. Всех, кого можно, сейчас же сюда! Мне страшно. Но я снова с самого начала прослеживаю свой путь к месту преступления. Я жаждал понести наказание. Но Альфред Уоден сдержал слово. Смешно сказать, его трудами я вышел из бойни без потерь. Даже героям. Благодарить было тошно. Я бросил отдел по борьбе с наркотиками. Вернулся на прежнюю работу, в нью-йоркскую полицию. Сообщение о стрельбе на складе. Подтвердите. Принято, еду. Вас поняла. Детектива из отдела убийств туда не звали. Но адрес был знакомый. Хозяин склада Владимир Лем. С этим представителем преступного мира мы были давно знакомы. Словно братья по разные стороны баррикад, так он однажды сказал. Дайте подкрепление. Оставьте. Они меня вооружены и, возможно, есть заложники. Вас поняла. Подкрепление высылаю. Я иду внутрь. С прошлым я ничего сделать не мог, поэтому просто следил за дорогой, не глядя в зеркало заднего вида на жертву. Я решал мелкие проблемы, расследовал преступления других людей. Полиция! Эй, полегче, полегче. Я тут просто убираюсь. Все по закону, честное слово. Я работаю на фирму «Чистка до блеска». Ты не слышал сейчас ничего подозрительного? Вроде нет. А, стойте! Вы имеете в виду сверху, из оружейной мастерской? Отведи меня туда, живо. Конечно, если вы так этого хотите. Знаете, клевая у вас копов работа. Все, что от вас надо, прибыть на место преступления, немного осмотреться, убирать всю грязь, мозги, кишки и дерьмо приходится нам. Я детектив. А, тогда вы понимаете, о чем я. Вам достается всеобщее уважение, а нам что? Точно. О, да, вы понимаете, о чем я. После вас, детектив. А, детектив, вот кое-что для вас. Преступники переоделись в уборщиков. Вообще-то я человек мирный, но как же меня бесит, когда они так делают.
Это неуважение. Вот что это такое. Мы пытаемся навести здесь порядок, а эти недоумки весь пол кровью заливают. Не это все и дело. Надо убивать их как-нибудь так, чтобы крови не было. Газом травить или ядом, или еще как. Кауфман ждет в фургоне. Пушки тоже уже там. Как только ребята разберутся с этой Джеки Браун, мы сваливаем. Ладно, тогда я соберу ребят и посмотрю, чтобы все было убрано. Тела, кровь, отпечатки, волосы, обоймы, гильзы. Когда мы отсюда свалим, копам не останется ни одной улики. Чисто как в аптеке. На вид это было похоже на оружейный склад, только обчищенный. На автоответчике было сообщение. Это Энни Финн. Я не могу подойти, так как собираю разные убийственные штучки. Оставьте сообщение после сигнала. У вас одно новое сообщение. Энни, душка, это Влад. Быть оружием в твоих нежных руках — все, о чем может мечтать мужчина. Извини, я не смог прийти, как обещал, возникли проблемы. Не волнуйся, но следи, чтобы никто к тебе не забрался. Если с тобой что-нибудь случится, хоть что-нибудь, только свистни, и я буду у тебя. У вас нет новых сообщений. Хватит трепаться, кончай с ней. Эй, на нас же напала эта шпана. Вы их перебили. У меня нет к вам претензий. Слушайте, я работаю на Владимира. Ни на кого ты, крошка, не работаешь. Что вам нужно? Мы можем... Полиция, бросить оружие! Пришей ее! О, нет! Как и все плохие события в моей жизни, это началось со смерти женщины. И я не мог ее спасти. За ним, не дай ему... Трос! Ну давай, давай! Наконец-то. Эй! Мона? Макс, нам пора перестать встречаться таким образом. Мона! Если ты думаешь, что тебе ничто не грозит, это просто самообман. В лучшем случае, ты просто умер. Молния может оживить тебя без предупреждения. Подкрепление прибыло, но уборщики уже удирали со всех ног. Езжай, Кауфман, езжай! Макс! Ты в порядке? В порядке, черт подери. Слушай, мы все-таки вместе работаем. Плохо работаешь, Пейн. Ее убили у тебя под носом. Халатность, вот что это такое. Я старался вести себя профессионально. Но все изменилось, когда подошел тот лифт, открылись двери, и появилась Мона. Энни Финн изготавливала оружие и торговала им совершенно законно. Хозяин склада Владимир Лэм. Там были три силы. Во-первых, те трупы, связанные с русскими бандами. Работодатели Финн. Во-вторых, мафия. И, наконец, это публика в комбинезонах уборщиков. Они говорили про какого-то Кауфмана. Гнусная история. Причем худшая впереди. Не нравится мне это. А мне тем более. Пейн, возьмешь этот бред. Уинтерсон, тебе убийство Себастьяна Гейта. Мечта газетчиков. Сенатор? Уинтерсон была идеальным детективом. Образец для подражания. И бравура это знал. Нам повезло. Есть свидетель. Она стояла за моим плечом, шепча советы.
Я не хотел ее слушать. Уинтерсон подозревала Мону. Я не стал говорить, что ее видел. Решил их запутать. Может, из-за того, что она осталась жива, когда все вокруг умирали, я меньше чувствовал себя виноватым. Аппарат детектива Уинтерсон? А ну дайте сюда. Ваш кавалер. В компьютерных досье не нашлось ни фирмы «Чистка до блеска», ни Кауфмана. Я поехал к Владу узнать, что он скажет. И сообщить про гибель Энни Финн. Влад купил старый клуб «Рагнарёк» и собирался устроить там модный ресторан «Водка». С появлением Моны что-то сместилось, начался психоз. Я был рад ей, но до ужаса боялся, что оставшееся в прошлом зло снова настигнет меня. Влад! Макс! Сос! Тут плохие парни с большими пушками. Меня окружили в холле. Мне нужна помощь. И чем быстрее, тем лучше. Нужно было как-то добраться до Влада. Я не мог ждать. Дело начало выходить из-под контроля. Я вошел через заднюю дверь. Из углов вставали воспоминания о первом визите сюда. Под свежей краской чувствовался запах плесени. Дамы и господа, позвольте представить вам Макса Пейна. Он первый в Нью-Йорке по количеству убитых преступников. Дорогие гости, приготовьтесь умереть. Макс, я бы с удовольствием вышел встретить тебя, но я сейчас немного занят. Я прячусь под столом от пуль. Кто-то разговаривал по другой линии. Крошка, не волнуйся. Я выкручусь, как обычно. Когда это я не выкручивался? И тут Макс. Ты же знаешь Макса. Я тебе позвоню потом. Я люблю тебя, крошка. Влад — настоящий джентльмен. Успокаивал свою подружку. Ясное дело, не Энни. Позади! Остановите его! Эй, ты Макс Пейн? Боюсь, что да. Макс, это я, Майк, друг Владимира. Шериф, не хочешь сделать меня своим помощником? Пойдем вытащим твоего босса, пока он нас до смерти не уболтал. В атаку! Они сами напросились. Ты просто иди по следу. Господи, боже мой, апокалипсис сегодня. Здесь серьезные стволы. Потише, потише. Просто забирай все, чтобы им ничего не осталось. Смотри в оба, они коварные, эти русские ублюдки. Задай! Я не могу! Спасайся! Уинтерсон ухитрилась бы сделать это красиво и аккуратно. Логика подсказывала, что подкрепление уже должно быть в пути. Кто-то наверняка слышал выстрелы. Логика, как обычно, лгала. Мы их достанем. Давай наверх! Челюсть за зуб. Вот как надо это делать. Они вырубают одного из нас, мы вышибаем их всех. Что тут можно сделать? Босс у нас Винни, а он больше занят своими игрушками. Наше дело оружие. Наше. И мне плевать, кто там думает по-другому. Мы занимаемся оружием. Верно. И что ты можешь сделать? Что за... Макс, друг мой, мне, конечно, весело. Но патроны у меня не бесконечны. Давай живей, а? Макс, черт! Влад не мог дольше держаться. Может быть, уже было слишком поздно. Я разочарован, Винни! Это ты, что ли, учил их стрелять? Да пристрелите его нахрен! Сдавайся, Винни! Они идут за тобой! Ты их слышишь? Заткнись! Заткнись!
Брось, Винни! Это тебе не по зубам. Да когда же ты сдохнешь, мать твою? Да ты еще даже не попытался. Держись, Влад. Макс! Я иду. Пейн, твою мать, опять он! Что вы стоите? Окружите его! Замочите этого гребаного копа! У вас руки трясутся так, что вы и в грузовик не попадете. Заткнись и сдохни, Рук! Ты заплатишь, русский, мать твою! Ты заплатишь! Мой герой! Ты спас меня! Хочешь поцелую? Винни, гоните! Преступный гений! Убирает всех конкурентов с подпольной торговли оружием. Мелкий бандит явно подружился с кем-то покрупнее. А ты сам чем кормишься? Напомни. В корне перевоспитался, честное пионерское. С моей водкой ни один ресторан не сравнится. Озолочусь. Энни была потрясающая, а ее убили не за грош. А руку тебе сейчас задели? Нет, вчера. Не присоединишься? Сделаем вид, что я при исполнении. Вот мы и дома. Где-то в ночи словно открылась дверь, донеслось эхо прошлого. Чудовище в бездне моего разума опять пробудилось. Когда закрываешь глаза, смотришь в себя, в темноту. А теперь адрес неизвестен. Я давно не спал, а когда засыпал, мне снились кошмары. Я был в плену кошмара. Злой двойник увел мою девушку. В дурном сне что ни делай, выйдет несчастье. Я гнался за ним и попал в мрачный параллельный мир, в город Нуар-Йорк. Я просыпался ночью в страхе, что день — это просто сон. Моим двойником был Джон Зерка. Он был дьяволом во плоти, падшим ангелом. Плоть падших ангелов. Он был серийным убийцей. За свои убийства он подставил меня. Я прятался в дешевом мотеле. Однажды ночью меня разбудил стук в дверь. Кто-то просунул под дверь записку. Это была улика. Макс. Макс. Макс, прости, что разбудил. Это секрет. Никому не говори. Может, возьмешь трубку? Крошка, не волнуйся. Я выкручусь, как обычно. Когда это я не выкручивался? И тут Макс. Ты же знаешь Макса? Я тебе позвоню потом. Надо штурмовать здание. Пейн там. Они знают, что ты знаешь. Тебе нужно бежать. Макс Пейн, брось оружие и выходи с поднятыми руками. Это последнее предупреждение. Живее, Пейн, или мы будем стрелять. Убейте его. Стреляйте на поражение. Тебе не нужен адвокат. Просто расскажи нам, что ты сделал. С тобой покончено, Пейн. Все, что ты скажешь, будет использовано против тебя. Что ты скрываешь? Она жива, да?
Люди рядом с тобой умирают. Ты убил свою семью. Ты убил их всех. Сознайся. Я могу сделать один телефонный звонок? Уже сделал. Не испытывай судьбу. Сядь. Мы только начали. Положи немедленно. Макс. Мой герой. Когда просыпаешься, мир в тумане. Что во сне было ясным, оказывается бессмыслицей. Никаких чудес, никакого волшебного спасения. Но ты хотя бы не спишь. Меня разбудил стук в двери. Мона, так и знал, что ты появишься. Макс, я не по твою душу. Войти можно? Ты в опасности. Я тоже. Нас обоих заказали. Никаких нас. Я бы должен тебя повязать по подозрению в убийстве. Я прикрывался полицейским значком. В жизни все случается не так, как ожидаешь. Снайпер! Они нашли меня. Приходить сюда было ошибкой. Подожди, Мона! Она разбудила меня. Пришла и ушла. И теперь в меня стреляли. Мне нужно было поймать ее и узнать, что происходит. Ну уж нет. Убирайся! Никто меня не выставит из моего собственного дома. Поосторожнее с ружьем, леди. Детектив из 304-й? У меня есть еще одно. Хотите? Я не хотела стрелять, но он не оставил мне выбор. Дверь была забаррикадирована с другой стороны. Разбудил какой-то шум. Как мило с вашей стороны, юноша, проведать старую даму. Я просто проходил мимо, мэм. Какой славный юноша. Не то, что те наверху. Они говорят, что делают ремонт, но что-то там слишком тихо. А мне выписали таблетки. У меня болела нога, но сейчас уже все прошло. Возьмите их, дорогой мой, вам полегчает. Они в ванной. Если уж вокруг столько уборщиков, то здесь могло бы быть и почти. Я слышала, как они разговаривали в коридоре. Ходят, нос везде суют. Помню, как мы с моим Беном летом в деревню ездили. Или я это по телевизору видела. Я нашел убежище снайпера. Битком набитой аппаратурой для наблюдения. Они следили за мной целые дни, недели, возможно, даже месяцы. Каждое мое действие записывалось и анализировалось. О таком доказательстве мечтает каждый параноик. Дом там, где тебе хорошо. Все просто. Это тебе не кино, где герой всегда обезвреживает бомбу за секунду до взрыва. Когда-то давным-давно в пригороде стоял он дом. Он откроет дверь и тут бабах! А теперь от него ничего не осталось. Мне не нравилось, как эти уборщики делают свою работу. Чтобы пройти, мне был нужен код. За дверью были большие квартиры. Специальные, а не улучшенной планировки. Это психи! Помогите! Они хотят убрать меня! Меня спас. Они забаррикадировали дверь снаружи. Ужасные времена настали. Диктатура уборщиков. Точно. А другой выход есть? Через крышу, как голубь. Тебе нужен код от седьмого этажа. Его Эд. Эд, дворник. Бедный Эд.
Эти безумные уборщики портят ему все дело. Night, it's late, goodbye. Эй! Полиция Нью-Йорка. Мне нужен код от двери 7-го этажа. Да, я его знаю. Сейчас. А, вот. 667. Сразу за числом зверя, понял? Понял. Вот хорошо. Оставайся здесь. Ладно. От взрыва начался пожар, но языки пламени не могли сжечь мое прошлое. Наоборот, тени за спиной все росли и росли. Мне нужно было спуститься на улицу. Здесь прошла Мона, оставив за собой след из мертвых уборщиков. Эй, кто-нибудь! Помогите! Спасибо. Я твой должник. Тут-то и пойдет веселье. Не бойся, я тоже служил в полиции, как и ты. Ладно, иди за мной. Да, я был копом. Это сгубило мой брак. Жена постоянно боялась, что со мной что-нибудь случится. Ну, короче, я надрывался, она меня бросила. Откройте дверь, ублюдки чертовы! Здесь люди! Ну, я начал закладывать за воротник. А кто бы не начал? Сукины дети заперли дверь. Ты пришел меня спасти? Что-то вроде того. Надо выбираться отсюда. Если потушишь пламя, то сможешь вылезти через окно на 3-м этаже. Девушкам иногда приходится постоять за себя. Меня зовут Вайолет. Вайолет, милая, я твой мужчина. Держи карман шире, алкаш. Ты должен вытащить меня отсюда. К тебе или ко мне? Эй, я с красавчиком разговариваю. Газовый вентиль был в подсобке. Я выключил газ, и пожар на 3-м этаже больше не помеха. Эй, делай свое дело, а потом, может быть, я сделаю свое. Вот он! Штурмовали твою квартиру? Ты бы еще в яслях погром устроил. Что дальше будет? Набрал охапку стволов, одурел от компьютерных игр и устроил, понимаешь, тир на дому. Что вообще творится? Он имел в виду со мной. Забот у меня хватало. Уборщики на хвосте, да и Мона. Владимир Лем сказал, что за убийствами главарь бандитов Винсент Ганьити. Он в сговоре с кем-то еще. Может, с уборщиками? Не знаю. Что-то не сходится. Если так, я теперь у Ганьити в списке. Я чуть не соврал бравуре. Внутренне оправдывался, что хочу первым без помех изучить улики, но это была просто отговорка. Встреча с Моной меня проняла насквозь. Пора было это признать. Сделалось важнее, чем задание. Она меня искала. Оставила номер. Опасно оставлять номер в участке. Отследи звонок. Он окажется из Гонконга. Уэндерсон. Я дам свой адрес. Только хвоста не приведи. Макс, что происходит? В смысле? Не делай глупостей.
Мона жила в старом павильоне ужасов. Его построили по какому-то телесериалу 90-х и забыли сразу после окончания сериала. Я чувствовал, что это ловушка. Я чувствовал себя виноватым, боялся, что меня поймают. Остановите его! Вон он! Остановите его! Ты не слышишь? Мы найдем тебя! Тебе некуда бежать! На входной двери не было замка. Я удивлялся, почему это место не кишило бродягами и бродячими псами. Что ж, ничего удивительного. Плать! Думаю, я мертв! Я не знаю! Смерть! Потеряв мозгу опухоль, она сводит тебя с ума. Мы будем уходить. Я решительно. Думаю, я умер. Думаю, я мертв. Я не знаю. Прошлое не отступает. И ты везде видишь его искаженное отражение, как в перемотанном назад кино. И ненавидишь тех, кто напоминает тебе о прошлом. Хотя это все только в твоей голове. Иногда аттракционы становятся бредовым отражением жизни. Если в такой ситуации можно сохранить чувство юмора, считай, тебе повезло. Но мне не везло уже давно. Или само место было не таким уж смешным. Павильон ужасов – это туннель страха. Один ужас за другим. И выбор один – пан либо пропал. Он заставляет тебя задуматься о свободе воли. Неужели все уже выбрано за нас? Я попал за декорации. Конец пути был все ближе и ближе. Когда я первый раз встретился с Моной, ее сестра-близнец была убита. Это, наверное, похоже на безумие. На шизофрению, наоборот, когда твое второе «я» внезапно замолкает. Мы оба потеряли своих близких. Оружие и взрывчатка не оставляли никаких сомнений насчет ее рода занятий. Знаешь что, Мона, певица ты никудышная. Ты изменила тактику. Нам надо поговорить. Дай полотенце, а? Раз уж ты здесь, можешь прикрыть мне спину, пока я одеваюсь. Все, что она мне рассказала, это что нас кто-то хочет убить. Судя по ее поведению, в опасности был только я один. Нет уж, расскажи мне все. Внутренний круг. И что? Тайное общество убирает всех, кто знает о его существовании. Да ладно, брось. Где доказательства? Я знаю одного человека оттуда. Он готов говорить. Альфред Уоден? Нет. В любом случае, я могу отвезти тебя к нему. Она явно сказала мне не всю правду. Пойдем. История круга восходит к древним масонским обществам. Они способны убить или купить кого угодно, хоть самого президента. А я-то думал, что теория мирового заговора вышла из моды. Мы на месте. И они тоже. Нет уж, оружие буду применять только я. Какой этаж? Они пришли за ним. Лифты управляются с помощью ключей от квартир и с этого пульта. Они отключили почти все этажи, на которых находятся. Охрана включила сигнализацию, прежде чем их убили. Надо действовать быстро. Может, просто подождем полицию? На, держи. Нам нужно быть на связи. Ты управляй отсюда лифтом, а я пойду... Я иду наверх. Смотри, ты мужчина. У меня здесь есть два на этаже. Я тебя проведу. Кстати, а как ты выжила? Я видел, как пуля попала тебе в голову. Может, она там и осталась? Помогает мне думать. Чтобы это сработало, я должен был ей довериться. Ладно, за работу. Уборщики впереди и слева охраняют дверь Коркорана в другом конце зала. Стоять!
Они убираются и в других квартирах. Коркорен сказал, что другие члены клуба живут в этом... Я на балконе. Я на месте. Немного осмотрюсь. Здесь ничего. Посмотри наверху. Иду наверх. Здесь все. Не должно остаться ни единой бумажки, ни единой фотографии, как будто ничего и не было. Приказ Кауфмана. Пусть копам покажется, что здесь образовалась черная дыра и засосала в себя каждую бумажку, волосок и пылинку. Как будто кто-то вернулся в прошлое на машине времени и убил его родителей, прежде чем они встретились. Как будто этого парня на свете не было. Так и сделаем. Почти закончили. Толстяк помирать не хотел. Да? Ага, все равно, что слона убивать. Десяток пуль всадили, прежде чем он сдох. Чем они толще, тем нам труднее. Точно. Пора убираться отсюда. Ага, я уберу все внизу. Мы опоздали, он уже мертв. Пора сматываться. Уходи оттуда. Уборщики идут к тебе из вестибюля. Я не мог уйти, не прихватив ни единой улики. На снимке группа мужчин на фоне особняка. Там был Коркоран, там был сенатор Гейт. И Альфред Уоден тоже. Все оказалось правдой. Здесь действительно был замешан внутренний круг. Попробуй спрыгнуть на балкон этажом ниже. А от этого всегда дергаешься, устаешь. Когда внезапно надо действовать, ты не готов. А у нас полно адреналина в крови. Мы на все готовы, и нам все по зубам. Хоть коп, хоть крутая тёлка, хоть маньяк-убийца. Она опаснее этого копа. Вы справимся, Кауфман обо всем позаботится. Моно, что дальше? Выступили еще уборщика. Как раз вовремя. За что его? Это я, Писул Стрит. Наверняка есть за что. Ха-ха-ха. Только в гору. Никаких провалов. К счастью, мы нашли, чем его успокоить. То, что доктор профессор... Тебе не скрыться! Ты будешь очень смеяться, но за дверью снова уборщики. Справа. Выступили. Спасибо. Я не знаю, что делать, Макс. Я проверю квартиру, которую охранял уборщик. Мона, я нашел платформу для мойки окон. Я спускаюсь. Макс? Да? Не знаю, я просто хотела сказать... Черт! Мона! Кто-то добрался до Моны. Наш план полетел к чертям. Мне нужно было придумать, как спуститься на первый этаж. Найдите его и убейте. Умри! Почему она вообще пришла ко мне? Ей была нужна помощь? Или что-то, о чем она мне не сказала? Полиция Нью-Йорка! Не с места! Спокойно! Не двигаться! Пейн, что ты делаешь? Что ты делаешь? Вопрос на миллион долларов, и ответа у меня не было. О чем ты думал? Ты вообще думал, а? Шел по следу. Она мне помогала. Очнись, она в розыске по подозрению в убийстве. Я пытался спасти людей от уборщиков.
Мое дело и дело Уинтерсон связаны. Сенатора Гейта пришили эти уборщики. Да, дела связаны, и Уинтерсон возьмет оба. Она с тобой не согласна. Я делал то, что должен. Прости, Пейн, но для твоего же блага сдай оружие. Займешься бумажной работой. Для начала напиши отчет, что все-таки случилось в верхнем истцах. Я заигрывал с противником. Зашел слишком далеко. Миг на осознание, как в мультфильме, где герой, прежде чем рухнуть с высоты, зависает в воздухе. Сходи к врачу, ты совсем невменяемый. Как созреешь для анонимных алкоголиков, поговорим. Соберись. Да позови кого-нибудь, пусть тут приберут. Я сходил с ума от злости. На себя, на бравуру, на Мону. Стоила ли она этого? Не завидую я тебе. Шеф просто рвет и мечет. Незачем туда заходить. Дай ему остыть немного. Лучше сиди и пиши рапорт. Он снова начал серьезно работать. Ушел с должности замначальника участка, стал простым лейтенантом, чтобы быть ближе к людям. Слишком он нас любит. Не доведет его это до добра. Постоянно рассказывает про анонимных алкоголиков. К тебе тоже приставал? Хотя надо отдать ему должное. С зеленым змеем он справился. А это тебе не шуточки. Все было связано. Убийство Гейта, уборщики, внутренний круг, Винни Ганитти. Надо было только убедить Уинтерсон. Звонил телефон Уинтерсон. Она куда-то ушла. Аппарат Уинтерсон. Лучше позови Уинтерсон, а то она стала нервничать из-за телефонных звонков. Кажется, она беседует со свидетелем в комнате для допросов. Она же имела на тебя виды, да, Пейн? Говорят, у нее новый любовник. И слава богу, может, перестанет быть такой стервой. Говорят, она выставила мужа за дверь пару лет назад. И одна растит слепого ребенка. Тут станешь стервой. В общем, она со свидетелем в комнате для допросов. Номер один, спасибо, можете занять свое место. Не торопитесь, они не могут вас увидеть. Посмотрите повнимательней, не узнаете ли вы кого-нибудь, хорошо? Ага, ладно. Номер два, делайте шаг вперед и прочитайте фразу, которую вам дали. А я не умею читать. Повторите, что сказал номер один. Ну что, я слушала, что ли? Ты всего лишь однорукий бандит. Бред какой-то. Ты всего лишь однорукий бандит. Спасибо, номер два. Встаньте обратно. Номер три. Ты всего лишь однорукий бандит. А разве мне не нужно опознавать людей в комбинезонах? Это вас не касается. Делайте, что вам говорят. Вы узнаете кого-нибудь? Да, это номер три. Спасибо. Все, мы закончили. Уводите их. Так, дамы, вы слышали? Сюда. Подождите здесь. Сейчас вас проводят, только заполнят пару бумажек. Я хотела помочь, но ты меня не слушал. Теперь уже слишком поздно. Я хотел тоже поговорить со свидетелем после Уинтерсон. Детектив Пейн, вы хотели бы что-нибудь добавить? Я уже пытался сказать это другому детективу, но она меня не слушала. Там было полно парней в серых комбинезонах, и они явно не убираться туда пришли. Трудно сказать, кто кого собирался убить, но эта девушка, которую я опознал, и парни в комбинезонах затеяли неплохую перестрелку. Спасибо вам. Это вам спасибо. Они крепко попали, оба. Пейн был с ней, когда ее арестовали. С кем ты разговариваешь? Это утечка информации. Бравура слишком мягок с тобой. Я сообщила в соответствующие органы то, что им следует знать. Не лезь в мое дело, Макс. Ради твоего же блага. Сначала все было черно-белым, но по пути граница между цветами размылась. Они смешались. Все стало серым. Уинтерсон всегда была выше моих подозрений. Теперь с этим пора было попрощаться. Не входить, я занят. Тут некоторые, между прочим, работают.
Опознание закончилось. Мону снова посадили в камеру. Камеры были внизу. Хотите пройти к камерам? Нажмите кнопку около двери, и Питерсберг вас впустит. Это Пейн. Мне нужно допросить кое-кого из ваших клиентов. Мону Сакс. Последняя клетка по левому коридору. Мона Сакс, да? Счастливчик. Я бы тоже не отказался ее допросить. Да, смазливая. Убила кого-нибудь? Поосторожней с ней, Пейн. Помни про основной инстинкт. Господи, опять! Только мы с прошлого раза все убрали. Питерсберг, по-твоему, я похож на уборщика? Неплохо справляешься. Дыши ртом. Простите, ничего не мог поделать. Это все видения, такие жуткие. Мне нужно было выгнать их из головы. Я видел, все именно так. Вы все умрете. Вы же знаете, это ясно как день. Вы же знаете, вы же все умрете. Я за этим дохляком всю ночь убирал. Ужасное зрелище. Ага, а пахнет еще хуже. Вы все умрете. Хотелось бы. Макс, вытащи меня отсюда. Ты же знаешь, я не могу. Если я тут останусь, меня убьют. Не слишком мелодраматично. Я тут хуже подсадной утки. Это самый безопасный вариант. Брось, Макс. Каждый из этих копов может получать взятки от внутреннего круга. Тебе ли не знать? Что ты имеешь в виду? Ты же знаешь Альфреда Уодена. Нужны ответы, позвони ему. Он подтвердит все, что я сказала. Ладно, так и сделаю. Мне не хотелось связываться с Уоденом. Надо было позвонить ему, как только я услышал про внутренний круг. Леди права, мы все умрем. Блевотина это некрасиво, зато она всегда говорит мне правду. По мне пусть у нас тут сидят сплошные... Можно позвонить? Позвоните по телефону за дверью. Мне нужно позвонить. Позвоните отсюда. Как насчет баскетбола? На твоих похоронах. Вы позвонили сенатору Альфреду Уодену. Пожалуйста, оставьте сообщение. Уоден, это Макс Пейн. Надо поговорить. Сдается мне, вы мой должник. Господи, боже мой! Бомба — это бомба! Все наверх! Все наверх! Что-то было не так. У меня в голове вертелись слова Моны о неподвижной мишени. Бомба явно была отвлекающим маневром. Стоять! Бросить оружие! Вооруженные преступники около камер! Полицейский ранен! Заткните его! Найдите эту суку! Найдите и убейте! Полиция Нью-Йорка! Бросить оружие! Мона оказалась права. Нужно было бежать за ней. Мне нужен был пистолет. На помощь! Кто-нибудь! Я ранен! Тебя не скуплю! Я это видел! Они все мертвы! Огонь! Сидя там за столом, я бы ничего не смог найти. Мона растворилась в ночи. Без нее я не мог идти дальше. Я знал, где ее искать. Вот и Влад, а ты не рад? Что-то часто мы друг на друга натыкаемся. Многовато совпадений. Пиф-паф! Пейн, ты покойник! Сзади лежал костюм капитана бейсбольная бита с огромной головой. На маскарад собираешься? Это, мой дорогой друг, будет троянский конь в войне, которую объявил мне Ганьити. Кстати, что новенького? Не высадишь меня у Кони Айленда. Внутренний круг, знаешь такой? Напускают на себя мистику, а на самом деле вполне обычная банда. Только участники рангом повыше.
Да, я вижу, к чему ты клонишь. Ганьити заключил с ними сделку. А что, Мона Сакс? Наслышан. Говорят, наемный убийца, да еще и отпадная красотка. Я бы ее трахнул. Мне хотелось ему врезать. Макс, можно тебя спросить как друга? Валяй. Вопрос теоретический. Если ничего не останется, кроме как поступить плохо, это ведь уже не проступок, а судьба. Делаешь, что должен. В жизни все сложнее. Конечно, каждый при своем мнении. И что я тут делал? Стой! Стой! Давай поговорим. Чего ты так боишься? Чего ты от меня хочешь? Чего я хочу? Мечты Макса Пейна. Сигарету выпить, чтоб светило солнце. Забыться и заснуть. Изменить прошлое. Вернуть жену и дочку. Бесконечный боезапас, право на убийство. Больше всего в ту минуту я хотел ее. Это ты их привел. Наверх, ко мне. Встретим их там. Сюда. Самое плохое в желаниях – это страх потерять. Или вообще не получить то, чего хочешь. От таких мыслей человек слабее. Ее образ стоял у меня перед глазами. Хреновые из них были уборщики. Бардак за ними оставался жуткий. Мона явным образом тут развлекалась. Вот она, там наверху. Осторожно! Она снова растворилась в тенях. Помощь свыше никогда не бывает долгой. Макс, впереди уборщики. Я тебя прикрою. Хорошо. Мне уже надоело, что уборщики постоянно убегают в этих фургонах. У меня был только один шанс, и не было времени все обдумать. Делать было нечего. Я не мог ждать Мону. Судьба. Любимая отговорка Влада. Себе я не доверял. Макс? Я и забыл про рацию, которую дала Мона. Макс? Слышу тебя. Я тут прокатился с уборщиками. Как прибудем на место, сообщу. Макс, насчет давишь? Поговорим позже. Она не поддавалась. Значит, надо было раскрыть дело. Мона, я на стройплощадке страховой компании «Замок». Я выезжаю. Отнести на верхний этаж? Да, и остальные улики тоже. С красными ящиками поаккуратней, а то на воздух взлетим. Я заберу вещи из фургона и догоню вас. Эй, какого хрена? Я вспомнил о троянском коне Влада.
Я пробрался в логово уборщиков в их же фургоне. Они сами сказали, что все улики находятся на верхнем этаже. Красные ящики, про которые говорили уборщики, были контейнерами со взрывчаткой. Макс, я на месте. Ты где? В здании под снос. На краю площадки. Иду наверх. Я на другом конце. Попробую вылезти на крышу и осмотреться. Потом. У меня тут небольшая заварушка. До следующего. Влад сказал, что Ганиити устранял конкурентов. Может, поэтому уборщики напали на мастерскую Влада? В комнате было полным-полно левого оружия. На целую армию хватило бы. Эти парни неплохо закупились на целую армию. Профи, ничего не скажешь. А вот мне так не кажется. И что бы это могло значить? А это кто были такие? Уборщики сбросили кожу. Это была их территория. Им не нужно было больше маскироваться. Доложите обстановку. Трос! Как всегда, все, что мне нужно, знали убитые. И не отмалчивались. Наоборот, они были на редкость красноречивы. Только дай им волю, будут говорить без конца. Спать не дадут своими рассказами. Трупы — свидетельство всех преступлений уборщиков. Ответы на все вопросы за месяц не перелопатить. Мона, не думай, что я спятил. Но мне нужно, чтобы ты вызвала сюда полицию. Точно ты спятил. Я же в бегах, Макс. Только что смылась из кутузки. Но мне правда очень... Катись ты. Мона? Черт. Вся эта уборка заставила меня задуматься. Никогда не... Эй, вон он! Ну, сейчас моего! Нет, стойте! В комнате полно взрывчатки! Не стреляйте! Вот дерьмо! Бежим, бежим! Макс, что происходит? Сейчас все рванет к черту, вот что! Макс, что происходит? Макс, ау, ты меня слышишь? Макс, отвечай, Макс! Не знаю, чего хотела Мона. Того же, что и я или нет. Убить тех, кто за ней охотился. Пуля, настоящая или воображаемая, создавала пути ее синапсов, направляла ее. Она добралась до назначенного на снос дома, когда я был внутри. О чем думала, не знаю. Макс, я на месте. Ты где? Я на другом конце. Попробую вылезти на крышу и осмотреться. Потом. У меня тут небольшая заварушка. До связи. Ну ладно. Ничего не скажешь.
А вот мне так не кажется. Давай, детка, давай! Один взгляд на босса, и бац! Снежная королева делает вот так. Она хочет босса. Сильно хочет. О, да! Двигайся, детка! Двигайся! Да, забавно. Точно. Вот балбес. Я схожу с ума. Странно. Точно ты спятил. Я же в бегах, Макс. Только что смылась из кутузки. Но мне правда очень... Катись ты. Придурок. Ну ты попал. Макс, что происходит? Сейчас все рванет к черту, вот что! Макс, черт тебя подери. Макс! Макс! Что происходит? Вышвырни правила в окно и сам отправишься следом. Макс! Макс! Это было не первое мое падение за эту ночь. И все же оно было лишь прелюдией. До самого дна оставалось падать еще долго. Туда! Бегом! Макс, гости! Мона, тебе придется позаботиться о них. Мне нужно время. Я не мог жить без нее. Сдохни! Попробуй попасть внутрь и найти меня. Макс, мне сложно отсюда целиться. Я пройду обратно через здание, чтобы занять позицию получше. Я никуда не тороплюсь. Что, поболтаем еще немного или, может, я пойду? Иди. Так я и думала. Дела были плохи. Единственная надежда была на то, что Мона найдет место с видом на двор и успеет убить этих командос. Без помощи Моны я был бы уже мертв. Внезапно, в первый раз за очень долгое время, я понял, что не хочу умирать. Макс, путь свободен. Я пошел. Прикрой меня. Я, конечно, повторяюсь, но они зажали меня в угол. Поняла. Я пойду к лесам на другой стороне двора. У меня было мало времени. Я не спускал глаз с лесов, ожидая, когда появится Мона. Я стою того, чтобы ждать. Я уже почти на лесах. Мона, вот сейчас самое время появиться. Макс, я на месте. С дверью ничего не вышло. Здесь есть ворота в соседний двор. Попробую их. Ладно, я проберусь через здание и встречу тебя там. Макс, я нашла дорогу. Я уже иду. Должно быть, Мона тоже слышала сирены. Вряд ли ей это понравилось. Черт тебя побери, Макс. Я же просила тебя не вызывать копов. Как видно.
тебя прикрою. Хорошо, оставайся на месте. Я найду позицию с другой стороны двора и скажу тебе. Если она не доберется до другой стороны двора, меня убьют. Все было просто. Заперто. Остался последний шанс. Из двора ведут еще одни ворота как раз за тобой. Встретимся на той стороне. Слушай, Мона, там в павильоне ужасов ты хотела поговорить о том, что случилось. Да. Ну и? Что ну и, Макс? Макс, выйди на связь! Ты меня слышишь? Ублюдок. Сирены затихли. Мона должна быть рада. Другое место, другой срочный вызов. Я на дне ямы. Сейчас найду, как подняться. Хорошо. Командос не хотят, чтобы мы уходили. Попытаюсь их убедить. Командос сворачиваются. Они уходят. Я нашла лифт. Поднимаюсь. Стрелять — это всегда выбор. Либо ты жмешь на курок, либо нет. Стойте! Стойте, подождите! Макс, не мешай! Ты только все портишь! Тебя отстранили! Она одна из них. Она здесь, чтобы убить меня. Я исполняю свой долг. Она в розыске, я приказываю ей сдаться. Она сопротивляется, я стреляю. С той же неизбежностью, с какой пуля раздирает тело и кости жертвы, тот, кто спустил курок, разлетается на сотню осколков. Спокойно. Назад, Тейн! Вот что я вижу, оглядываясь. Эти минуты словно слепящий снег. Я погиб и ожил измененным до мозга костей. Нет, Мона. Уинтерсон! Сюда, скорей! Ступай, беги! Мона! Эй, не спеши! Детектив Уинтерсон! Она ранена! Он упал вниз! Закон ямы. Неважно, сколько времени карабкался наверх, обратно слетишь в один миг. Мне снилась жена, что я убил ее ради любовницы. Мы его теряем. Множественные огнестрельные ранения, зрачки расширены, травма головы как минимум. Он в шоке. Две больших капельницы и в реанимацию, быстро. Не реагирует, на нем вообще живого места нет. Мы его теряем. Я выбрал Мону. Оказалось, что потерял. Ты просто ангел, Макс. 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 Макс.
О, Макс. 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 Думай, черт тебя подери. Думай, думай. Так, подожди. Я все могу понять. Я все могу объяснить. Я все могу исправить. Думай, думай. Я убил их. Мою жену. Моего ребенка. Я застрелил их. Я закопал их в саду под розовым кустом. Я раскаиваюсь. Мне очень, очень жаль. Мне так жаль. Да. 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 Мона? Да. Да. Пожалуйста. О, милый. Да. Да. Пейн! Пейн! Ты должен, Пейн! Ты обязан раскрыть это дело! Нас предали! Ты должен узнать, кто это сделал! Раскрыть дело! Обещай мне! Обещай мне, Пейн, что не предашь значок! Найди, кто это сделал! Пейн! Макс, она убийца. Макс, она хочет убить нас. Она одна из них. Макс, это твой долг как детектива. Долг? Это самое главное? Слишком поздно. Назад, Пейн! Ты арестован по подозрению в убийстве. Я делаю это ради тебя, Макс. Я могу избавить тебя от боли. Всего одна поля. Макс, не подходи. Аппарат Винкс. Макс, мой дорогой друг. Влад. Ты арестован по подозрению в убийстве. Приходишь в себя, кругом разгром, который сам устроил. Что делать? Лежать, зажмурившись, не шевелясь и надеяться, что помрешь? Или выбираться, спасать близких, тушить пожар, исправлять положение? Последнее предупреждение! Вы окружены! Бросайте оружие и выходите из здания с поднятыми руками! В сказке про спящую красавицу все было совсем не так. Все экипажи на месте и в готовности! Принц не затем ее целовал, чтобы разбудить. От столетнего сна не просыпаются. Ладно, парни, сейчас заходим. Будем брать штурмом. Все наоборот. Он ее целует, чтобы самому проснуться от кошмаров, которые забыл. Когда я сегодня очнулся в больнице, то думал, что хуже некуда. А теперь к тому, что было дальше. К телу Уинтерсон в морге. Я убийца. Убил полицейского. С некоторыми чувствами ничего нельзя поделать. Я достаточно провалялся на дне ямы. Слишком долго. Сдавайся, бежать тебе некуда. За мной пришли командос из компании уборщиков. Мне был нужен пистолет, чтобы пройти мимо них. Я надеялся, что болеутоляющее поможет мне продержаться на ногах. Хеллер, это Митчем. Да, я почти достал его в холле. Где-то внутри. Да, я задел несколько газовых баллонов, когда стрелял в него. В морге. Я его загнал тут в угол. Хорошо, давай побыстрее. Отбой. Ну вот теперь ты получишь, Пейн. Какой ты тупой, ты же был там, в безопасности, недоумок. Я тебя достану. Где он? Отсюда ему не выйти. Я постою возле двери, чтобы он не выбежал. А ты найди его. Неплохой план. Урбаханы, стоять на месте, бросить оружие. Сам бросай. Пистолет убитого охранника валялся в дверях. Только бы поднять его, и я бы смог отстреливаться. Трус! Мразь!
что ждем полчаса, прошло намного больше. У Митчема и Феллера было полно времени, чтобы позаботиться о Пейне. Через полчаса в игру вступает тяжелая артиллерия. План был таков, и мы будем ему следовать. Тогда на стройплощадке я уже был готов сдаться. Я уже не ждал никаких ответов, никакого второго шанса. Ничего было не исправить. Я должен был расследовать дело сам. Все по-прежнему крутилось вокруг Молли. Ее образ неотступно виделся мне, куда бы я ни пошел. Я пытался проследить ее путь. Блуждание заколдованной пули у нее в голове. Я не мог ее найти. Я оставил город и поехал, куда подсказала Мона, к специалисту по ответам. Особняк Альфреда Уодена вышел из того же мрачного прошлого Европы, что и внутренний круг. «Мистер Пейн, я вас ждал. Все войны ведутся ради этого, ради любви». «Какова цена за голову Моны Сакс?» «Следующий вопрос». «Ладно. Почему внутренний круг охотится за мной?» «Я скоро умру. Рак. Не удалось удержать власть. Произошел раскол. Изменники развязали внутри общества гражданскую войну и убивают всех несогласных. Мы перегрызлись, словно крысы в бочке». «Винни-Ганити?» «Владимир Лем». «Я и сам уже знал ответ. Влад соврал. Это он командовал армией уборщиков». «Владимир Лем много лет был во внутреннем круге. Теперь этот отступник убьет Гоньитти, а потом придет за мной, за своим бывшим учителем». Я оставил Уодена у дверей его бункера. Когда Влад говорил о судьбе, он хотел, чтобы я благословил свое собственное убийство. Я лишь защищался, отвечал на ходы Влада, заметал его следы. И все. Тревога! Незваные гости! Как ты думаешь, что это? Должен быть отелка, Киллер! Пришла за боссом! Эй, всем достать пушки! Тревога! Он уже здесь? Что? Не слышу! Здесь? Он рядом уже? Заткни уши, а то сейчас как грохнет! Чего? Эй, ты! Фургоны чистящей компании, форма уборщиков, левое оружие. Совершенно ясно, что за всем этим стоял Влад. Все! Их убили! Влад и Мона шли навстречу друг другу. Достаточно найти одного из них, и я найду и второго. Влад преследовал Винни. Он оставил мне карту. У вас одно новое сообщение. Влад, это я. Где ты? Ты мне нужен. Я еду на стройплощадку. Уинтерсон. Я все сделаю. Ради тебя я уберу их обоих. Разве это плохо? Разве счастье — это преступление? Они не видели, как хорошо нам с тобой и с моим мальчиком. Целую. Позвони. Позолота осыпалась. Из-под маски появился череп. Признание Уинтерсон не освободило меня от вины. Стало даже тоскливее. У нас с Владом была назначена встреча у Винни. Опять уборщики! Убейте их! Убейте их, пока они не вышли! До дома Винни оставалось еще пара кварталов. Надо было спешить. Въехал с улицы. Кто был за рулем? Один из наших. Им туго пришлось. Надо вытащить их.
Совсем недавно значки ВИ можно было увидеть по всему городу. Теперь они остались только в самых криминальных кварталах, в могиле этого чудовища. Весь квартал был районом боевых действий между людьми Влада и бандитами Винни. Заброшенная стоянка, где жил Винни, была дальше. Нужно было спуститься вниз по улице. Ну и как это, уходить? В смысле как? Правой ногой левой, правой левой. Нет, я имею в виду, ты ушел от нее или нет? В том-то и дело. Нельзя выбрать, в кого втюришься. Зато можно выбирать. Поцеловать ее или пристрелить. Да, похоже, ты прав. Спасибо, Вегас. Весь обратно, придурок. Эй, где ты был, черт тебя дери, а? Почему так долго? А где остальные? Ты подкрепление, которое нам обещал Винни, да? Кто же еще? Только я один. Остальных перебили уборщики. Черт! Они нас как мух бьют! Но все равно, один лишний ствол лучше, чем ничего. Ладно, пойдем. Значит так, пойдем к стоянке. Надо не дать этим русским добраться до босса. Не дадим им добраться до капитана. Ладно, извините. Я понимаю, что здесь нет ничего смешного. Все жутко серьезно. Приключения капитана Большеголового гоните. Все, хватит! Пора дело делать. Здесь как из ведра льет. Такую погоду хороший косяк. Давайте, когда появятся уборщики, на нас дождь из свинца польется. Почему это случилось именно со мной? Все шло замечательно, а теперь полетело к чертям. Черт, нет, нет! Пейн, ну спасибо, только тебя и жду. Почему мне так не везет? Пейн, спаси меня. Тут бомба, мать ее. Сниму голову и привет. Нет, больше Винни. Ты же полицейский. Спаси меня, сука. Как тебя угораздило? Этот русский обманул меня. Не тебя одного. Я тебе помогу с ним расквитаться. Честное слово, помогу. Только спаси. Заметано. Повторите. Они меня убьют. И должен меня защищать. Надо выбираться отсюда, через задний двор. Я не поверил обещаниям Винни помочь мне. Но я был готов на все, чтобы расстроить планы Влада. Пейн, прикрой меня. Прикрой меня. Нам надо пройти здесь. Пейн, чего ты ждешь? Спаси меня. Убей их. Убей их. О, черт! О, черт! Я не пролезаю! Не пролезаю! Бомба взорвется! Черт! Что же делать, Пейн? Что делать? Думай, думай, Винни, думай! Так, ладно, мы вернемся через холл к лифту. Там мы пройдем. Давай, Пейн! Давай, давай, давай! Я не могу тебя ждать, Пейн! Пора сматываться! Черт тебя подери! Я коллекционер. Знаешь, сколько все это стоит? Да черта! Вот сколько! Никакой это не идиотизм. Я коллекционер! Да этим куча крутых ребят увлекается. Этим Фрэнки увлекался. А он знаешь, какой крутой был. Вот подожди. Вот я продам свою коллекцию, тогда увидишь. Вот стану миллионером. Увидим, кто здесь идиот. Нам надо как-то выбраться отсюда. Думай, думай, Винни, думай. Идем, идем, идем же. Укрытие!
Эй, нас убьют! Надо убираться отсюда! В гараж! Пейн, живо беги наверх и подними меня туда! Там мы сможем выбраться! Вытащи меня отсюда! Чёрт, чёрт, чёрт! Чёрт! Моя машина совсем рядом! Мы удрали! Пейн! Неужели у нас получилось? Я с тобой... Пойми, Пейн! Перейди! Нам надо идти, Пейн! Прикольно вышло. Хотя по большей части было не до приколов. Винни, как и мне, нужна была Мона. Поищем Мону Сакс. Она обезвредит бомбу. Совсем рехнулся? Она хуже русского из той же долбанной шайки. Бред. С отчаяния я отправился искать Мону в павильон ужасов. Не нравится мне это. Макс, мой дорогой друг, брось пушку. Или будет взрыв? У меня самого в голове тикала бомба, и таблетки не помогали. Закончив со мной и с Винни, Влад с сообщниками ушли. Не знаю, откуда взялась Мона, могу только гадать. Явно преследовала Влада. Макс. Видимо, его уже не застало. Иначе убило бы вместо того, чтобы искать меня. Она пришла вытащить меня из огня. Жалкую, смешную жизнь Винни прервал Влад одним нажатием кнопки. О, бедняга. Бедный ублюдок. Макс. Она нашла меня на полу в луже крови. Там же, где меня оставил Влад. Макс, очнись. Просыпайся. Смерть неизбежна. Мы ее боимся и осторожничаем. Не даем воли чувствам. Куда ни кинь, всюду клин. Ведь жизнь — это страсть. Все относительно. Зависит от времени и места. Любовь и дружба. Жизнь и смерть. Влад отвел меня к Моне под дулом пистолета. В водке, а потом у Винни не вышло. Но в третий раз ты не уйдешь. Мы не можем его провести. Башка в двери застревает. Оставьте Винни в аттракционе. Ему там самое место. Я скоро им займусь. Смешно, правда? Что? Втрескался в киллершу, которая работает на убийцу твоей семьи. Любовь зла. Все субъективно. Правильное, неправильное, добро и зло. Уоден запугивал окружного прокурора, послал ему данные на проект Волгала. А поплатилась твоя семья. Мона вроде меня, только за Уодена убивает моих союзников. Ну и что смешного? Прости, но ты же сам понимаешь. Ты бы этого так не оставил. Эйнштейн был прав. Время зависит от положения наблюдателя. Под дулом пистолета оно замедляется. Мимо проходит вся жизнь, все разочарования. В эту долю секунды ты можешь прожить целую жизнь. Кроме того, джентльмен всегда мстит за оскорбления, нанесенные его даме. Ты же убил Уинтерсон. Не
Во сне я был невидимым призраком, витающим возле моего собственного тела. Детектив Пейн, босс уже здесь и ждет вас внутри. Надеюсь, вы еще не завтракали? Зрелище отвратительное. Убийство в пылу страсти. Дело как раз для тебя, Пэй. Только ты сможешь его раскрыть. Пуля в голову. Убийца ищет ответ, но не там, где надо. Он должен искать ответ в своей собственной голове. Подозреваемый готов для опознания. Поторопись, Пэйн, или упустишь его. Сердце остановилось. Проклятие. Мы его теряем. 6 миллиграммов надежды. Заряд. Чисто. Чисто. Ничего. Еще раз. 300. 300. Заряд. Чисто. Чисто. Ничего. Доктор. Так, еще раз. 350. Заряд. Чисто. Чисто. Снова ничего. Мы его потеряли. Время смерти 2:30. Полиция Нью-Йорка. Бросить оружие. Ну, что ты будешь делать, парень? Если присмотреться, мы все в чем-то виновны. Макс, очнись. Просыпайся. У тебя ничего не выйдет. Меня привела сюда пуля в моей голове. Очнись. Просыпайся. Она была прекрасна. Я ее ненавидел за свою слабость. Наконец, оказавшись с ней, я не хотел спешить с расспросами. Как ты? Влад отправился в особняк Уодена. Но куда ты пойдешь? Не глупи, ты и так едва жив. Плевать. Это наши внутренние распри, Макс. Плюнь на них. Пожалуйста. Спастись — это не для меня. Хэппи-энда не будет. Ты идешь со мной. Поздно. Я не мог ей доверять, пока не закончу дело. Влад был прав. Альтернатив не бывает. Движешься по прямой. Это потом, когда задумаешься, что все могло бы пойти иначе, начинают мерещиться развилки, как подстриженное деревце бонсай или как пучок молнии. Если бы ты поступил по-другому, то сейчас это был бы не ты, а другой человек. И мучился бы другими вопросами. Веселье начинается. Я спущусь первым. Прикрой меня. Тревога! Они здесь! Черт! Макс, я иду внутрь. Черт. Я спускаюсь. Нет, оставайся там. Я беру первый этаж, ты второй. Ладно. Не уверен, что смогу. Опасность. Что теперь? Надо пройти дальше, поискать Уодена или Влада. Хорошо. Клей, мой дорогой друг, я надеялся, что все будет именно так. Я рад, что мы занимаемся этим вместе. Да, сэр. Уоден и золото в бункере. Нам осталось только открыть его. Не спешите. Мы никуда не торопимся. Взрывчатка размещена, сэр. Наше прощание будет красивым. Телохранители Уодена предали его и присоединились к Владу. У нас еще было время, пока они не добрались до Уодена. Бункер находился в задней части здания. Это Сакс и Пейн, они уже внутри. Они очень опасны, надо остановить их прежде чем... Мона была все еще в деле. Макс! Уоден в своем бункере, в задней части особняка. Тупик. Дай мне. Сюда.
Мона знала дом как свои пять пальцев. Она работала на Уодена, была бы не солдат. Мона, стой! Погоди! Такова любовь. Когда тебя спасают после крушения, вытаскивают из последних глубин отчаяния. Просила же сюда не ходить. Разбираться со здешним бардаком, включая тебя, моя забота. Брось оружие. Такова любовь. Когда тебе, несмотря на все преграды, возвращают надежду, свободу выбора, позволяют опустить оружие. Видишь? Я не могу. Макс, сукин ты сын. Такова любовь. Любовь зла. Надеялся, что вы сами друг друга застрелите. Ну ладно, сойдет и так. И снова я в исходной точке. Сдохни, наконец, не делай из меня идиота. Стой. Я виноват. Ну хватит. Засевшая у меня в голове пуля сместилась на роковую долю миллиметра. Бомба сработала. Произошло уже слишком много убийств. Я только начал. Лучше быть царем в аду, чем рабом на небесах. Ты себя льстишь. Больной безумие! Во мне закипало знакомое чувство. Я ненавидел его и приветствовал. Все снова стало ясно. Никаких двусмысленностей, никаких вопросов. Никогда нет ствола, когда он нужен. Осталось только одно дело. Я должен был отдать Владу его пистолет. Пуля за пулей. Ты кто? Что женщины больше не путаются под ногами. От них только проб... Укрытие, он включил бомбы. Конечно. Бункер, в бункер. Сейчас все взорвется. Да что с тобой, Макс? И когда же ты наконец сдохнешь? Ты же ненавидишь жизнь. Ты постоянно подавлен, ты боишься хоть немного ей насладиться. Признай, ты с таким же успехом мог бы быть мертв. Сделай себе одолжение, сдайся. Вы позвонили сенатору Альфреду Уодену. Пожалуйста, оставьте сообщение. У вас 3 новых сообщения. Уоден, это Макс Пейн. Надо поговорить. Сдается мне, вы мой должник. У вас 2 новых сообщения. Альфред, я же говорила, что это плохая идея. Я понимаю ваше раскаяние, но это не поможет Максу, а только усложнит ему жизнь. Я не уверена, что смогу это сделать. Я говорила, что у нас был роман. Черт, я с ума схожу по этому парню. Я не уверена, что смогу закончить это дело. У вас 1 новое сообщение. Я собираюсь убить тебя, старик. Ты знаешь, как довести меня до ручки, а? Ты что, умер бы, если бы хоть раз сказал спасибо? Или, Влад, сын мой, можно я буду называть тебя так, ведь я люблю тебя как сына? Влад, сын мой, ты настоящий гений. Все, до чего ты дотрагиваешься, превращается в золото. Хотя, пожалуй, ты бы скорее умер. Я делаю за тебя всю грязную работу. Можешь гордиться.
Я усвоил все, чему ты меня учил. Я скоро докажу тебе это. У вас нет новых сообщений. Ты уже дважды разнес мой ресторан. Ты бываешь таким неуступчивым, таким фанатичным, Макс. Однажды ты умрешь из-за этого. Не волнуйся, Макс. Я о тебе не забыл. Там внизу все в порядке. Так вот как ты хочешь поиграть, то думаешь, твою мать! Вот и Влад, а ты не рад! Это было... Макс, мой дорогой друг. Я должен был быть героем. Прошлое как право. Выход один. Заглянуть туда. Словно поцеловать возлюбленную в мертвые губы, за которыми прячется тьма. Готовы страдать и отдать жизнь за самое дорогое. За любовь. За верный выбор. Благодаря ей я распутал дело. Понял все. В том числе себя. Все будет хорошо. Черт. Не вышло из меня сильной женщины. Она была мертва. Пуля в ее мозгу проделала, наконец, свой замедленный путь. Не зевать! Заходим! Пошел, пошел! Скоро рассвет. Прощай, американская мечта. Господи! Что за дьявол тут поработал? Горы трупов! Теперь она моя навеки, как все, кого я любил. Благодаря ей я сейчас здесь. Смотрю назад сквозь остановившееся время и, наконец, ясно вижу себя. Вижу. И обретаю новую жизнь. Сюда! Все сюда! Осторожно! Ого! Тут один шевелится! Детектив Пейн? Он жив! Врача сюда, скорее! Он жив! Мне снилась жена. Она была мертва. И все было в порядке.